Дорогие друзья, шалом алейхем. Могила праведников и их посещение занимает очень важное место в иудаизме. Мы живем на Украине. На Украине похоронены 100 известных цадиков, и в обычное время посещают этих цадиков 1 000 000 евреев в год. И это показывает, насколько это важно для евреев посетить могилу цадика. Как Лубавичский ребе говорит, что цадик соединяет вас с Богом и сам отходит в сторону. Когда мы чувствуем, что наши молитвы и наша надежда не помогают нам, мы обращаемся к цадик. Когда мы приходим к нему, мы уверены, что он будет лоббировать нас, что он нам поможет, что Всевышний услышал наши просьбы и наши молитвы. Наша глава недели Вайхи рассказывается, как Яков просит своего сына Йосеф, что он его похоронил в Израиле, и не дай Бог не похоронил его в Египте. Чуть дальше говорится о том, что Яков говорит своему сыну Йосефу: «Твою маму, Рахел, я похоронил в дорогу». Объясняется, что там была очень большая обида у Йосефа. Как такое может быть, что папа, Яков, говорит ему: «Похорони меня в Израиле, в Хеврон, там, где похоронены все наши предки», а сам похоронил мама Йосефа, его жена, любимая жена Рахел, в дороге? Он не только не привез ее в Хеврон, где похоронены все их родственники, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, вторая жена Якова, он даже не привез ее в городе Бет-Лехем, прямо в дороге, где она умерла, там он ее похоронил. И у Йосефа возникает большая обида на Яков. Яков это чувствует. Яков ему отвечает: «Я твою маму Рахел похоронил в дорогу, потому что это было ее желание, потому что она там была нужна, там будет дорога, где евреи будут проходить. Когда у них будет беда, когда у них будет проблем, они смогут прийти, помолиться, и это им поможет». И мы видим, что до сегодняшний день кевер Рахел, который находится на дороге возле Бет-Лехем, на дороге Иерусалим-Бет-Лехем, эта могила посещают 1 000 000 евреев в год и обращаются к идише маме, еврейская мама Рахел, и они все видят большие чудеса. И точно так мы видим на могиле Лубавичский ребе в Нью-Йорк, на все могилы цадиков на Украине и в Израиле, что когда евреи надеются на цадика, приходит и молится, цадик помогает ему, и мы видим всегда большие чудеса. Кстати, то, что касается Украины, мы видим удивительную вещь. Бал Шемтов похоронен в Межибуш. Его главный ученик был Магид из Мезрича. Когда Магид из Мезрич умирает, его хоронит в Аниполи. Почему его не похоронили возле своего учителя? Вообще принято, что надо хоронить цадика вместе, точно как семья. Но это было желание Магид из Мезрича, что его похоронили в другом городе, для того, что евреи могли прийти и помолиться на его могилу. Мы видим это тоже у Альтер Ребе, основатель движения Хабад Лубавич. Он похоронен в Гадич, а его сын, который был второй Лубавичский Ребе, умер в Нежин. Его похоронили в Нежин. Почему не привезли его в Гадичи, что находился вместе с отцом? Потому что евреям Нежина нужен был цадик, где можно было бы прийти и помолиться. Дай Бог, что благодаря всех цадиков, которые похоронены на Украине, их души, которые находятся с нами, что мы видели скоро большая браха, большие чудеса до прихода Машиаха. Зайд гизунт, шаббат шалом.